Добрый день, уважаемые вышивальщики и вышивальщицы, зрители моего канала. Сегодня я хотела бы снять второй отчет за вторую неделю своего процесса у истока Амазонки. Напоминаю, что вот такая вот прекрасная должна получиться картинка. Вот такой вот тукан, цветы. Уже жду не дождусь, когда начну вышивать вот эти цветы красивые внизу. Но так как только закончилась вторая неделя, кстати, хочу сказать, что я чуть-чуть запоздала, должна была вчера снимать второй отчет, но вчера я себя не очень хорошо чувствовала, вот, и поэтому снимаю его сегодня. Вот так вот должна выглядеть картинка готовая. И сейчас я хотела бы показать, как выглядит моя схема на данный момент. Если вы помните, это одна вторая схема, напоминаю. В том отчете у меня было вот так вот сделано, отшито. Вот эта часть была отшита, вот эта ветка и два листа. И вот здесь чуть-чуть полукресты. Сейчас же за вторую неделю, ну, мне кажется, я вышила меньше, потому что два дня я точно не вышивала, а получается, 5 дней я вышивала очень помалу, потому что я готовилась к защите диплома. Можете меня поздравить, я защитила диплом во вторник. Вот, поэтому вышивала я мало. Получается, что я вышила тукана полностью. Он был полностью крестом, вышивался полностью крестом. Ну, поэтому я считаю, ну, это нормальное такое продвижение. Вот, вышила бэкстич, здесь, здесь, носик, глазик, и вот здесь вот по контуру. И вот здесь коготочки, не полные, да, на второй части схемы будут еще коготочки, тоже вышила бэкстич. И также вышила, вот я себе отметила, вот этот вот лист, он идет полностью крестом. Вот это тоже идет крестом. В общем, я сделала так, чтобы вышить сначала полукрест, а потом переходить на крест. Потому что здесь чуть-чуть от креста я устала. Мне очень нравится эта работа тем, что можно чередовать крест и полукрест. Полукрест, конечно же, идет быстрее. И вот сейчас хочу показать. Значит, и также вышила вот то, что зачеркнуто розовым и зеленым. А, и желтеньким. Это все полукрест. Вот. И теперь хотела бы показать наглядно, что же у меня теперь есть. Вот он мой прекрасный, шикарнейший тукан. Я просто от него в восторге. Вот эти вот цвета синие. Сейчас я попробую приблизить. Извините, что вот здесь помят. Я вышиваю на пяльцах. Только сняла, потому что знала, что вам будет интересно это все увидеть. Вот такой вот он прекрасный тукан. Такой красивый у него клюв. Вот такие вот здесь переливы цветов. Обалденные. Здесь синий. Конечно, камера не передает всей красоты. Но вот вроде при дневном свете я показываю. Ну, похоже, но не так ярко, как на самом деле. Очень красиво. Мне очень все нравится. Ну и вот он бэкстич поближе. Вот он, вот он, вот он, вот он бэкстич. Дальше хочу показать. Вот он начался полукрест. И, конечно же, я думала, что я завершу эту работу за месяц, так как 1/4 работы я вышила за неделю. Здесь было больше полукреста, конечно же. Вот это вот все был полукрест. Вот. Но получается, что так не случится, потому что дальше внизу работы будет крест. Будет больше креста. Вот. Будет крест, значит. Вот это все будет крест. И только ветка будет крест, и только чуть-чуть вот здесь будет полукрестика. Вот.
Ну, посмотрим. Я думаю, что у меня все получится. Я также до сих пор мне очень нравится моя работа. Она очень яркая, красивая. Вот. Запал никуда не ушел, не пропал. Поэтому буду потихонечку вышивать. Вот. И единственная моя покупочка. У меня были пластмассовые ножнички. Они у меня сломались. То есть отпали вот эти кольца пластмассовые. И я пошла в магазин и купила железные ножнички. Обычные совершенно ножницы, но они мне показались очень симпатичненькими. Они-то уж точно теперь не сломаются. И вот я вам показываю свои ножнички. Мне они очень понравились. Здесь вот такой вот элемент симпатичный. Очень хорошие ножнички, хорошо режут. Такие вот симпатичные ножнички. Вот таким вот было мое продвижение. Я считаю, что оно достойное, так как это был крест, повторяюсь. Вот. Будем вышивать дальше. Всем спасибо за внимание. Вам удачной вышивки, продвижения ваших процессов. Я за вами наблюдаю, мне все очень нравится. Особенно жду продвижения девушки Татьяна Фрихенд, у нее такой ник на своем канале в Ютубе. Татьяна Фрихенд. Танюша, я очень жду вашего продвижения попугаев. Вот. Смотрите также мои продвижения. Думаю, ваши попугаи уже закончены. Я очень за вас рада. Ну, вот у меня такой тукан. Спасибо всем за внимание. Удачной вышивки. До скорого отчета, до скорой встречи. Пока.